Городской хлеб из муки первого сорта. Один из социально значимых продуктов питания, торговая наценка на которой не должна превышать 10%. Но, как показал мониторинг, проведенный в центральном районе городским управлением торговли, только в магазинах одной сети соблюдается распоряжение губернатора о стабилизации цен. В других магазинах, в других сетях хлеб не реализовывался. Вы забыли, наверное, то, что распоряжение губернатора необходимо выполнять? Или вы решили противопоставить себя? Социальная нагрузка, она всегда была, есть и будет, и никуда мы от нее не денемся. Если нам говорят, что нужен хлеб с минимальной наценкой, то он нужен. Я надеюсь, что все поняли, задача понятна. Еще раз промониторим ситуацию в ближайшую неделю. Еще одно требование к магазинам торговли. В рамках программы «Кубань. Качество» вся продукция краевых производителей должна быть в магазинах выделена специальным знаком качества. Срок на выполнение таких отличительных ценников дан до 19 ноября. Кроме того, в соответствии с федеральным законом предприятия торговли и общественного питания, реализующие молочные продукты, яйцо птицы, мясную, рыбную продукцию, мед, должны получать теперь сопроводительные документы на товар в электронной форме. Таким образом, создается единая информационная среда, в результате которой легко проверить, откуда привезены продукты. Для этого нужно зарегистрироваться в системе Россельхознадзора «Меркурий». В декабре 2016 года вступил в силу 589-й приказ Минсельхоза, на основании которого по всей Российской Федерации на подконтрольные Госветнадзору грузы выдаются ветеринарные сопроводительные документы как в электронном виде, так и на бумажном носителе. А вот с 1 января 2018 года вступают в силу положения 243 федерального закона о переходе на ветеринарную сертификацию только в электронном виде. Отсутствие документов в электронном виде является административным правонарушением. В таких случаях штраф на должностное лицо составит до 40 тысяч рублей, на юридическое – до 500. Говорили сегодня и о приятном. Приближается день города, и все объекты торговли, согласно общей городской концепции, будут украшены перетяжками, баннерами со слоганом «Сочи Супер». Поговорили уже и о подготовке к Новому году. Здесь другое направление и новая тема. Новый год у моря в Сочи. Курорт и ко дню города, и к новогодним праздникам должен засверкать совсем другими красками по задумке дизайнеров городской среды. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.